Hello, we can make order for cover from this company, but we receive in fact this. It was a surprise for us. We make order for different kind of cover, but indeed we receive this cover with the fly. Мы купили икру в очень хорошей компании. Вот эта икра, которая справа по $50 за килограмм, слева которая по $60 за килограмм. Ну, выглядит она, в принципе, и та в мороженом виде неплохо, могу сказать. То есть, такое зернистая, хорошая, такая красивая корочка. Но вот только все меняется, когда она размораживается. И меняется полностью. Вот эта икра получается... А сюда дай мне ложечку. По $50 за килограмм. Вот это по 60. Честно говоря, мы у этой компании покупали раньше икру по $50 за килограмм. Но никогда не было такого, чтобы это все была сплошная жижа. Вот сплошная просто жижа. Отдельные икринки... Даже где-то вообще отсутствуют. Я их даже, честно говоря, не вижу. Сейчас, подожди. Так вот. Отдельные икринки даже отсутствуют. Все одна сплошная жижа. Это то, что по $50 за килограмм. Могу обратить ваше внимание, что по $60 за килограмм. В мороженом виде она действительно неплохая. И, в принципе, в прошлый раз, когда заказывали, она была такая же. Но в этот раз, как бы так отснять, чтобы было видно. Ага. Вот. Вот это все в жидкости. Неужели икра по $60 за килограмм может быть вот такая? Для меня это, честно говоря, удивительно. Вот все, что я сделал, это просто ее кусочек отколол и разморозил. Уважаемая компания Global Seafoods, приглашаю вас попробовать вашу продукцию и оценить разницу того, что вы рекламируете, то, что вы говорите, что у вас будет. Вот это без жижи, без такой, без ничего. Вот. Все, как оно есть на самом деле. И то, что на самом деле получается, когда размораживаешь ваше изделие. Приезжайте, звоните, дайте нам знать, пожалуйста, почему в рекламе у вас одно, а по факту возникает совсем другое. Эти куски я оставлю вам для дальнейшего... осмотра, если надо. Спасибо, будем ждать ваших комментариев. Значит, вот эта икра, которая по $60, а ты вот отсюда набери, вот прям с самого краешки, вот там, где вся жидкость такая, вот она такая. Это так. Так, а ну еще положи ложечку, дай-ка я положу. Вот мы берем отсюда, набираем вот этой жидкости, которая так называется икра, что ли, или как это нам? Да, можно и центральную даже. И положить вот... Что-то черное. Это муха случайно оказалась. Случайно оказалась муха. Ужас. Да, так прикольно. И мухи у вас, оказывается, здесь плавают. Удивительно, но факт. Ребята, чего-нибудь определитесь с вашим качеством икры. Такое не должно быть. Это за $60. А это, пожалуйста... Она тоже как-то, она в каких-то... пупырышках там, я не знаю, в чем какие-то вот, как-то как то ли бродит она, то ли не бродит. Я не знаю, что это происходит. Это вот по $50. Без мухи. Без мухи, правда. Без мухи.
но и как таковой без икры. Вот, с мухой за $60, пожалуйста. Без мухи за $50. Спасибо вам большое, друзья. Будем ждать от вас известий по поводу вашей икры с мухами. Еще раз показываю, это та икра, которая с мухой. Вот, пожалуйста. Она по качеству выше, конечно, вроде бы. Такая, даже какие-то зернышки там прослеживаются. А это икра, которая... Но с мухой-то. А это икра, которая без мухи. Она по качеству, конечно, вообще никакая. И зернышки там уже мало что прослеживаются. Ну, в любом случае, Global Sea Food рулит. Спасибо вам, Global Sea Food, за вашу прекрасную еду.